18 ноября состоялось торжественное награждение ветерана Великой Отечественной войны Поташова Алексея Павловича. По поручению военного консула Чешской Республики ему была присуждена нагрудная юбилейная медаль Чешской Республики. В торжественной церемонии приняли участие глава Невского района Константин Серов, генеральный директор УАО «Звезда» Михаил Лобин, генеральный директор УАО «Императорский фарфоровый завод» Татьяна Тылевич, а также начальник отдела социальной защиты населения Ирина Новожилова. Алексею Павловичу 90 лет. Во время войны он служил на Украинском фронте, а также принимал участие в освобождении Чехословакии. У Алексея Павловича 28 орденов и медалей. Среди его боевых наград последняя – орден Красной Звезды, полученный за бои с японцами. После войны судьба привела его в Ленинград, на завод «Звезда», где он проработал более 40 лет. В Невском районе сейчас проживают 23 ветерана, участвовавших в освобождении Чехословакии.